В соответствии с законом о выборах по подведению итогов голосования окружной избирательный совет представляет Центральной избирательной комиссии отчет об итогах голосования по округу не позднее 48 часов после закрытия избирательных участков. Бюллетени с голосами, поданными за каждого конкурента на выборах, подсчитываются и перевязываются раздельно. Результаты подсчета вносят в специальный бланк для подсчета голосов и передаются в вышестоящий избирательный орган. Однако сегодня, 7 июня, избирательные бюллетени все еще находятся в окружном избирательном совете города Чедрлунга. По словам председателя окружного избирательного совета, отчет не был принят вышестоящей инстанцией. Бюллетени по выборам 5 июня должны были быть уже в Центральной избирательной комиссии. Скажите, почему вы снова их обрабатываете? Мы обязаны были давать его в суд. Вчера отвезли. Не понравилось, как сургут ставится. Тонкий якобы сургут и плохо видно номеров печати. Сегодня вот переделываем все заново. Взяли сургут в почте и тоже кончается. Считаю, что это требования излишне жесткие. А скажите, сургучом вас до этого не обеспечили? Давали по кусочку, им это не хватило. А что? У них были сургучи у всех, вот по одному кусочку там палец толщиной, они расплавились и кончилось на этом. Несмотря на то, что отсутствие необходимых материалов для упаковки бюллетеней были одинаково недостаточны на всех участках, некоторые председатели нашли выход из положения. Сегодня окружная комиссия нас пригласила по тому вопросу, что у многих участков плохо сургуч стоит, плохо, мало сургуча там, и якобы суды вернули эти бумаги обратно. Но лично у меня я сургучницу взял на почте, и мои печати нормальные на месте. Одновременно окружной совет в соответствии с тем же законом о выборах обязан информировать о предварительных результатах выборов по округу. Но на утро 7 июня предварительные результаты по советникам еще не были озвучены.